и вкусные артишоки, и его соус. И посмотрим, как его кушать. Нужен артишок, горчица, масло, соль, перец и чеснок. Ждали 40 минут. Взяли столовую ложку горчицы. Сейчас выдавим чеснок. И 150 сантилитров масла, любого. Соль, перец. И по чуть-чуть вливаем масло и будем так делать, поднимать наш соус. Вот такой соус у нас получается. Соус хорошо поднялся, и вот такой он должен быть. Сейчас я покажу, как его кушать. Берем каждый вот так листочек, макаем в наш соус и все выгрызаем. Должно получиться вот так. Потом в конце есть сердечко. И это сердечко, когда уже хвостиков этих нету, все вместе кушаете.